Так. Добро пожаловать на мой канал, да господа и дамы. С вами Виктор, и мы играем в The Binding of Isaac God Mode. Проходим мы на обычных перцах. Прошли уже очень много кого. Осталось Магдалена, Каин, Ева и Эден. В принципе, 4 героя осталось. Все остальные уже потроганы и пройдены. Паразит какой-то, так, размножение. 20 на 20. Возьмем 20 на 20. Сразу у него удвоенный выстрел. Давайте попробуем. Попал. Бывает. Тихо. Артиллерия. О, давайте. Так и быть. Шоколадки. И маскара. Буду долго заряжать, но сильно. Стой, кто идет? Халява, сэр. Эх, мне поле еще какое-нибудь. И весы в придачу. О, классно будет. Ниже. Бам! Отлично! Перепрыгнул, гад, а? Вот гад. Еще раз пере... Вот ты срань кусачая, а, маленькая? О! Так, а у меня ключа нет. Мне нужен ключ, чтобы попасть в комнату с вкусняшками. Дай ключ. О! Thank you very much. Так, комната с вкусняшками. Гриб. Нужен еще один ключ. Блин, пипец, это крутой гриб. Главное, в продаже ключа нету. В общем, вся беда. И как теперь? Искать секретку. Так, пойдем сначала к боссу сходим. Ой, какахи, привет. На! Ого! Вафля прям в самом начале. Так, нам срочно надо найти секретку. О, удача! Давай. Еее, ключ. Отлично, ребят, есть ключ. Гриб, иди ко мне. Гриб, это круто. Магический гриб, это один из самых лучших артефактов вообще. По сути, в игре. Я закупился бы сердечками, потому что нам на следующем этапе нужно с вами не потерять, а приобрести. Два человека молились. Хорошо, спасибо вам. У меня шарики здоровые. Но я про другие. Я про слезы, ребят. Гад, укусил меня. Вот такая. О, удачка.
Ох, уж ж, господи, откуда вы? Напихало-то, а? Что здесь? Святая вода, ключ, слиток. Ну, возьму я сразу святую воду. Так. А, слиток обязательно надо брать. У-у-у-у! Гад забрал меня. Уходим, уходим, уходим. Твари. Да ладно, заложили меня там. Завалили просто. Опа, опа. Опа. Ого. Тихо, тихо, тихо. Ах ты ж. А он того стоило? Нет. Магазин. Так, а лицо у нас что? А, то, что рядом со мной летает, стреляет. Да пусть летает, стреляет. Так, муха, муха, муха. Муха, муха, муха. Так, вот эту штуку тоже надо брать. И вот это не мешало бы взять. Пошли деньги копить. Ага. Ага. Очень интересно. И как? Ай! Опа, тихо. Эх! Я что-то сердца ронял, это не там, где надо. Обронил. Заливай, заливай. Блин, а мне потом возвращаться, да, если я в магазин хочу? Это косяк полный. Надо же такую комнату придумать, а ущербную. Ого. Стоять. Лови! Ай! Сел на меня, гад. Ладно, нормально, должно сработать. Че это такое? По-моему, это корм. Да, сатаническое. Нет, это не корм, это какой-то сатанический вещмешок. Так, ну здесь, в принципе, понятно, что берем. Полет. У-ху. Бам. Мимо. Так, хорошо. Пока имбу никакую не собрал, ребят. Но за полет спасибо. Ускорение. О, увеличение здоровья. Блин. Так, ну ладно, здоровье мы сейчас сольем. За полет спасибо большое, на самом деле. Потому что теперь я могу делать вот так. И даже вот так. Нету там ничего, нифига себе. А где тогда? А где тогда секретка в топ? Косяк. Хорошо, давай тогда взрываем опять аппарат. Вот ты гад, а. По минимуму дал. Два раза по минимуму дал. Хорошо, ладно. Уходим, можно сказать, ни с чем.
здесь же не может быть, да? Хотя, давайте проверим. Да, не может быть. Это чисто проверка была. Так, сейчас пойду солью здоровье. О, в принципе, что нет-то, лопату взял. Сердце мне больше не нужно. Давайте сразу начнем копать. Нет, ничего интересного здесь нет. Так, есть ключ, это хорошо. Еще один ключ, замечательно. Теперь мы можем обе комнаты открыть. И магазин, и... комнату, в которой очень много хороших вещей. Здесь можно сразу чекнуть, а вдруг секретка? Нет, вдруг секретки там не оказалось. Так, игровой автомат нам предлагают. Грибочек. Ну, грибочек, наверное, возьму. Я не уверен, что это оптимальное решение. А больше здесь брать-то и нечего. Заливай, заливай, заливай. Что, сразу к боссу пошли? Чё? О, мега жир. Ах, ты же засосала меня, опасная трясина. Так, пентаграмма, пилюлька, забывайка. Пентаграмму возьму, все остальное как-то вообще не сдалось. Будь тихо, не наступай сюда. Пошли искать комнату с приключениями. Вот и она. Прикиньте, сердце над бездной зависло. Давайте копнем. Нет. Так, смазывалка. Ну, смазывалку возьмем. Отцепляние башки от тела. Ну, в принципе, мне это не нужно. Я лучше копать буду. Люблю копать. Так, а какой-нибудь челлендж мы найдем с вами? О! О! О, вот и челлендж. Как по запросу прям. Уху, обожаю. Блин, челлендж крутой. Хорош. Блин, так, мне надо, чтобы мои жирные стрелы насквозь пролетали. Что там? Ящик и ящик. В том ящике какашка. Гениально. Так, 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 ящики, давайте там соберитесь. Ну, ключи-то надо выдавать тоже. Ай-яй-яй-яй. Плохо. Джаджмент. Я шикнул. Что-нибудь еще интересное будет? Нет, здесь уже тупик. Хотя бы ключик, отлично. Чуть в дырку не нырнул. Вот здесь, скорее всего, налево будет у нас секреточка, да? Да, скорее всего. Они перебивать-то меня любят, а? Лимон. О, удачки. Или пилюльки. Так, ну ладно, я не вижу смысла особого здесь больше что-то загребать. Все, что только можно, мы уже собрали интересного. Поехали глубже.
Чего? О, босс челлендж. А-а-а, убивай! Блин, 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 блин. Попал. На, 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 еще на, снова на. Еще хочешь? Удачка. Бери снова. Даю больше. Дают — бери. Бьют — беги. Ага. Куда ты? Держи. Balls of Steel, неплохо. Нормально, нормально, нормально. Так, подсобрался немножко. И чё? Вот так вот просто 99 бомб, спасибо. Хорошая аркада. Всегда такие. Куда ж ты там высрался? Темперенс. Темперенс, ребята, нашелся. Копай. Блин, одни сердца падают. Что за фигня такая? Ты что-то где-то сожрал? У меня гимпи есть. Из-за гимпи одни сердца падают, да? Где вы? О! Запчасть от гаппи. Сойдет. Даже лучше, чем лопата. В задницу я уйду от тебя просто. Так, ускорение, отличный артефакт. Ну, глаз Каина я думаю не буду брать, а вот There's More Options — это классная вещь. Бам! Сердечки мне, наверное, уже не нужны. Но вот я уже чувствую, какая-то имба собирается. Уже вот чувствую. Стал бы собрать гаппи, а... ну и так по мелочи. Пауки уже есть, ускорение есть, бесконечное, можно сказать. Я зачем его дозрываю? А вот ты смотри, а. Вот прям не пропьешь чутье. Прям почуял, что туда надо взорвать, да? Бывает же такое. Обработочка. Я, кстати, вот эта палка раздражает, которая сверху надо мной висит. Если честно, очень сильно. Так, ну пошли босса мочить. Гурди. Быстро. О! Не, тогда сначала сюда. Баринстоун. Такое ощущение, что я все больше и больше становлюсь. Да можно и автотурин взять, что нет-то? Блин, вот это я не хотел брать на самом деле. Так, теперь вопрос на засыпку. Что лучше взять? Наверное, круг. Хрен с ним, что он дает мне красное сердце, зато всего остального дофига дает. Не палка, это веревка. Да я знаю, что это веревка. Так, теперь бы еще самонаводочку какую-нибудь, да? Ну ладно, поехали дальше. А, стоп, какое поехали дальше? Я этом рум не нашел еще. Нифига себе, поехали дальше.
Как я их победил, да? Мой Бримстоун сильнее, чем их Бримстоун. Твою налево заметил поздно. Ладно, у меня вафли есть. Заряжаться, кстати, быстрее стал. Сейчас мы еще лучок возьмем. И там засасывает. Ну, кстати, нормально везде наклало. Это классная вещь. Лучок грустный тоже классная вещь. Все. Нормально, ребят. Им бы прям вообще так и лезет. Намного чаще теперь стрелять могу. Да, в разы, можно сказать. Так, здесь я ничего не оставил такого полезного. Да, вроде бы нет. Все, все. Не зря возвращался. Отличная комната. Бомбы? А, кому они нужны? Бомбы сильнее, чем Бримстоун? Нет. Не всегда. Я не пойму, я Гаппи, что ли, собрал? А, нет, я Гаппи, наверное, не собрал. У меня просто... через бошку собирал много уже. Пауки рожаются, это хорошо. Ну-ка, паук, напиши в чат по поводу моей фразы про пауков. Вот так вот шел-шел и нашел тупик. С деньгами. Ну, в тупике, возможно, кстати, еще что-то есть интересное. Какая-нибудь суперсекреточка, например. Жесть, тут взрывать можно. Карта хаоса. Смотрите, сколько я здесь сейчас всего назрываю. Вот это будет хаос. У-ху-ху-ху-ху. Давайте изучать. Джаджмент. На. Джокер. На тебе Джокер, как говорится. Не убивай-ка. Devil, Judgment, Эрмит, магазин телепорт, подвисялка, The Moon, секретку, Джерапи, Рерол, еще один Джокер. Ёлки-палки. Давайте Джокер. А, вот на чё Михалыч. Так и думал, что здесь подстава будет. Так, хорошо. Эрмит. Магазин нашелся, ребята. Так, это берем. Это берем. И это берем. Так, удачная пилюля. Телепилюля. Яйца стальные. Так, Арью Визард. Не насрать на него. Так, желтую фигню не берем. Заходим в комнату. Тройка. Игровая комната с тройкой. Да даже не буду проверять. И смотреть не буду, что такое. О, тирзап. Че один джаджмент? Ёлки-палки. Я задолбался их с собой. Нет. Они, правда, деньги дают, если их взрывать. Так, я опять не нашел комнату, в которой очень много хороших вещей. И вот она. Что-то там какие-то нехорошие вещи сплошные. Не-не, мне стакан не нужен.
Так, ладно, сваливаем. Так, а мы еще видим с вами здесь какой-то челлендж. Ее-то я и искал. Ах ты ж гадство. Ну хрен с тобой. Хрен с тобой, золотая рыбка, как говорится. Так, у нас там с вами еще что-то осталось по поводу... Так, карта хаоса, это я помню. Лимонка. О, The Moon. The Moon, я сказал. Отдай мне The Moon. Секретка. Опять стальные яйца в обильном количестве. Джокер, наверное, возьму. Нифига себе. Мощный. Отрыжка тоже у него сильная. Так, грибочек. Да, наверное, грибочек. Там тирсап большой, а то, что замедление выстрела, мне насрать. Мне все равно моментально долетает. Горе-старт слишком изи. Мы этого и добывались. На самом деле, очень редко у меня выпадает бримстоун, и я очень люблю его. Так. Вот букву Белиал. Давайте букву Белиал себе оставим. Будем играться с ним. Так, теперь бы какой-нибудь артефакт интересный найти на какую-нибудь самонаводочку. А потом еще технику Людовика. И до свидания, вся игра вообще сразу. Нет, такое ощущение, что я гарпи где-то уже успел собрать. А, только что собрал же, да, получается? Точняк, я гарпи собрал. Ребята, праздник. Ребята, праздник у меня гарпи. Ай, господи, хелсап, зачем? Ну ладно, сейчас солью. Сейчас вернусь в комнату дьявола и солью. Че, еще жива? Ну, хрень, появись. Там еще костер. Че красота, а? Ну, в принципе, я думаю, с этим можно куда-то уже к финишу идти в сторону. Вот такие вот комнаты только собирать, пока дают. И здесь нас ждет. Ну давай возьмем, I know all. Я все знаю. Прямо знаем все секретки, все карты. Все знаем, где что расположено. Или пилюля, are you wizard, are you wizard? А здесь кто? Так, здесь комната со вкусняшками просто. Так, ну пошли к госбоссу, да? А не, он там еще какой-то... Комната есть сладкая. Дьявольскими предметами пренебрегать нельзя. Там есть плюс дамаг. И не один. А в этой комнате они могут соспавниться. Ой, я же сказал, солью. Пустота. Так, ну теперь уж точно идем туда. В сторону финиша. Одна монетка? А, и одна бомба. Ощущение, что у меня больше дамаги наносят именно мои пчелки. Бримстоун у меня только это... Новых рожаю. Там же пофиг, на сколько урона ты ударил. Там главное, что ты ударил.
Так, Шрауд. Да пусть будет, чё нет-то? Больше здесь брать-то и нечего. Не, можно, конечно, картинки взять. Нафига нам эти пилюли, если я уже тут на максимуме весь бегаю. Да нет, я тоже дамажу знатно. Вы видали, как я какаху разложил? Вот за этим я зайду. Бросьте, бросьте, бросьте. Господа упоротые. Мамка, привет. Пока. Так, хороших камней нету, обычно они тут бывают. Следующее. Так, главное, что у нас теперь есть с вами карта, куда идти, поэтому мы можем смело просто отправляться сразу в сторону босса и наслаждаться жизнью. Я не думаю, что нам что-то сможет тут противостоять уже. О, ну ты смотри, я прям собираю какие-то полезные вещи по пути. Огромное количество. Блин, серое сердце. Ну какого черта, а? Как ты взялось? Как мне его теперь слить? Ладно, я думаю, я и с ним, конечно, финиширую. Лучше был бы без него. Блин, даже стрельнуть не успеваю. Сердце, сердце. Не, давай дамаг. Кошка. Угу. Так. Так. Сейчас посчитаем. Так, это 3 сердца дает, пакт 2 сердца дает, итого 5. Одно сердце. А нужно ли так? Оно все равно целое будет. Да. Так, собрались. Грешника бери. Да все взял. Так, блин, теперь зато сюда не могу зайти. Все из-за сраного белого сердца, которое случайно где-то там выпало, я его случайно где-то там подобрал. Так, маленькие боссики, да это нам насрать надо. О! А, стоп, у меня же вафли. Отлично. Отлично. Теперь, ребята, главное не взять нигде красного сердца. О, отлично. А, нет, стоп, погодите. Нет, ни ха-ха. Ни ха-ха. Так и поеду. У меня сейчас вот и Horrible Night работает. А, вавилонская шлюшка работает только когда у вас полсердца красного, ребят. Только. Если у вас нету красных сердец, оно не работает. Вот в чем беда. Так что здесь надо осторожнее с этим делом. Но Polaroid, кстати, тоже работает, когда у вас есть полсердца. Так что по-хорошему самое выгодное это иметь
Самое выгодное, ребята, это иметь пол сердца. Соответственно, подбирать сердца не надо. Работает шлюшка не без крафта. Не, не работает. Я проверял. Так, часть ключа, да мне это не надо. Босс челлендж, что босс челлендж? Босс челленджа нету. А, челленджми. Эй. Так, ладно. В прошлый раз мы ходили в Dark Room, соответственно, сейчас пойдем. Работает все без красных сердец. Это в первом Айзеке работало, в этом нет. Давайте почитаем, хорошо. Написано: When you only have half a heart. Когда вы имеете только полсердца. Я перевожу дословно, что это только в том случае, если вы имеете полсердца красного. Ну, не знаю, смотрите сами. So weird looking Isaac, да. Я старался. Так, налево. Ай, ты ж, господи. Ну ладно. Все. Сожрал все свои преимущества. Ну и ладно. Да при чем тут визуализация рогов? Она, может быть, и не пропадает, визуализация. А дамаг. Нифига себе. Две попрошайки сразу. Так, опять сердце. Блади ласт, ребята, взял. Айзек. Че умер-то? Ты че умер-то, засранец? Я тебя пощекотать даже не успел. Все, берем. Даже не знаю, зачем этот мистер Бум. В принципе, можно имперором сразу к боссу. Эй, что-то там заливает меня. Что-то такого расположения комнат я еще не встречал. Знаете ли. Так, в принципе, здесь можно понабрать себе огромное количество вкусняхи. Сердечки, я имею в виду. И можно возвращаться в сторону мега-сатаны. Откуда у вас столько?
Hey, it's a god mode. Yes, it's a god mode. Nice. Ха-ха, не. Ай, пропал. О, глазик. Легкие. Еще мощнее выстрел будет, наверное, да? Да я не вижу уже смысла это брать. Так, сердечки. О, ёлки-палки, ни хрена себе. Чё за секретка такая дикая? Весь у меня глаз переросток летает. Т-20. Не вижу особого смысла в нем уже, если честно. Превращает персонажа в демона, когда остается меньше одного сердца. Неправильно. Корни уже неправильно изначально. Меньше пол сердца. А, ну меньше одного, да. Ну, во-первых, не учтено, что есть такой персонаж, как Ева, который он трогает, когда у нее одно сердце. Дикость какая творится, а? Давайте же смерть прожмем. И смотри, они не умирают даже от смерти. Блин, сердца какие-то подобрал, успел. А как? Прикиньте, была бы сомноводка, а? Вот это была бы вообще вечеринка. Так. Я думаю, вы понимаете, чем сейчас все закончится. Мне, кстати, бессмертие, если я стою на месте, да, оно есть. Я помню. Привет! Next one. У-ху-ху. Ой-ой-ой, мозг взрывается у него. Эти два ангела, которых огромное количество здоровья. Что-то как-то мало. Огромное количество, недостаточно огромное для моего билда. Трешка сатаны. Да кто начитерил? Мне обещали самый сложный мод. Я его никак не могу получить. Красиво. Красиво стреляет, ребят. А. На, в лицо тебе всех мух, которые у меня есть. Есть, победа! Никто не ждал этого, но мы сделали. Мы смогли. Это как Голландию 3-1 обыграть, ребята. Всем спасибо за внимание. С вами был Виктор, канал Витек Плей. Ставьте палец вверх, лайк этому видео. Подписывайтесь на канал и обязательно читайте описание. Там есть ссылочка на плейлист. Ну, еще под видео есть кнопочка поделиться. Давите. Со всей силы. Ну и там и дальше.